знает Паула. Спасибо, Клэр. Зачем ты пришел? Увидеть любимую дочь. Я работаю с толковым парнем. У него полно идей. Спасибо. Хорошего дня. Познакомься с ним. Я занята, пусть звонит сам. Извините. Нет, нет, нет. Знаешь, я вообще не хотела приходить выпьем сюда. Чем занимаешься? Ты же не мясник. Это что, плохо? Я их избегаю. Я флорист. С отцом что-то случилось? У тебя магазин рядом? Подожди. Забудь меня. Ты лжец и мошенник. Наш единственный выход — закрыться. Как можно закрываться за 3 недели до Рождества? У нас полно заказов. Это все равно, что сжечь Шанель и Лабутен, понимаешь? Я знаю этих цыплят, придурок. Я придурок. Поработаем на праздниках, продадим все запасы. Закроемся 1 января. Не надо. Да, да, это традиция. Лови! Что я скажу покупателям? Лавка Флёри не бросает своих клиентов. Марсиаль? Цыплят первый ряд. Chicken, chicken. Это некрасиво. Я здесь босс. А? Так ты фэшн-редактор или мясник? Нам надо поговорить. Марсиаль. Чарли, готова? Ужин с друзьями Джули. Ты не хочешь, чтобы я пошла? Для тебя не деревенщина. Ты так обо мне думаешь? Вовсе нет. Это ты такая. Ты скована, не веселишься. Ты забыла свои корни. Ты все испортила. Мы отлично работали вдвоем. Ты и твой мясник — ходячие 50 оттенков красного. Стейк от кутюр. Да, вот так. Что вы делаете? Работаем. Скоро на экранах.